Добрый вечер. Спасибо. Меня зовут Сергей, и я представляю команду международного проекта My Status Face. На экране вы видите логотип и слоган проекта, что в переводе означает «Выбери свой». Итак, My Status Face — это первая в мире социальная сеть, работающая офлайн, то есть в реальном, а не виртуальном пространстве. Целевая аудитория — школьники и студенты от 13 до 23 лет. Цель проекта — дать возможность пользователям использовать привычные для социальных сетей инструменты в реальной жизни, то есть рассказать о себе и что-то узнать о других. Итак, для этого мы выбрали самые популярные аксессуары среди нашей целевой аудитории — это браслеты и значки. Как это работает? Мы назвали их MSF. Каждый MSF имеет два цвета — основной и вспомогательный. В множестве сочетаний вариантов этих двух цветов зашифрованы определенные значения. Всего их более 300 вариантов. Пользователь заходит в приложение, выбирает одну или несколько заинтересовавших категорий, такие как «Мой знак зодиака», «Моя страна», «Мои увлечения», «Хобби» и так далее. Разберем на примере спорт. Категория «Спорт». Лично я играю в хоккей, поэтому выбираю соответствующее значение. Основной цвет всей категории «Спорт» — красный, а хоккею соответствует желтый цвет. Чтобы узнать, что означает тот или иной MSF, когда видите его на улице, на пользователе и обычном человеке, достаточно в приложении просто выбрать один основной вспомогательный цвет и на экране увидеть значение. Вот как это выглядит в реальной жизни. Так как ключевая идея проекта офлайн, мы решили помимо таргет-рекламы рассказать о нем людям в реальной жизни. Для этого мы придумали вот такие вот стикеры, которые вы видите на экране. На них изображен логотип и QR-код, ведущий для скачивания приложения. В заданную одну ночь в 15 европейских столицах на путях следования к университетам и школам мы поклеим тысячи ярких стикеров для того, чтобы в один день множество людей в разных странах мира узнало про этот проект. Вот так это выглядит. Монетизация. Значит, непосредственно продажа значков и браслетов. Интеграция с крупными брендами — это специальный выпуск серии MSF, которые позволяют получить какие-либо бонусы, скидки, участие в конкурсах, либо еще какие-то плюшки. Платные сервисы в приложении, продажа различной дополнительной атрибутики. На сегодняшний день активная аудитория Фейсбука нашей целевой аудитории и возраста составляет 420 миллионов человек. Для средних расчетов мы взяли 0,3% от этой аудитории. Она составила 1 миллион 200 тысяч человек. Исходя из этой цифры, к которой мы планируем прийти за 12 месяцев, оборот компании через год составит более 11 миллионов. Значит, необходимые инвестиции на полномасштабный запуск проекта – это 270 тысяч долларов. За эти деньги и менторство мы предлагаем инвестору 35% компании. Спасибо за внимание. Choose your own. Делайте свой выбор.